отец избавляется от подарка Жанне Фриске. Между близкими людьми Жанны Фриске снова нарастает напряжение. На сей раз Дмитрий Шепелев обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники пытаются продать автомобиль исполнительницы. Однако продавцом оказался Владимир Копылов, который подарил эту машину Жанне, родившей ему внука. Телеведущий рассказал, что мошенники выставили на продажу автомобиль Фриске. Объявление размещено на сайте, специализирующемся на покупке и продаже разных вещей, начиная с пуговицы и заканчивая недвижимостью. Говорят, Дмитрия задело то обстоятельство, что машина частично принадлежит их с Жанной сыну. Вскоре выяснилось, что автомобиль решил продать Владимир. Отец певицы пояснил: «Автомобиль мой. Я подарил Жанне его на рождение внука. Но он все-таки 2013 года выпуска. Я буду его менять скоро». Напомним, что противостояние между родными Жанны Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым продолжается уже несколько лет. Камнем преткновения является не только внушительное наследство артистки, но и ее сын, которого воспитывает Дмитрий. Шепелев строит любые преграды для встреч малыша с ближайшими родственниками. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!